Привет, друзья! Мы в Таиланде, в Паттайе, и сейчас я хочу рассказать вам, как дела обстоят здесь с интернетом, с мобильным интернетом, с обычным интернетом и с Wi-Fi. У меня на канале уже есть несколько обзоров по интернету в Египте, по интернету в Хайнане, в Китае. Сейчас мы в Таиланде и тоже хочу рассказать вам, что здесь с интернетом. Начнем с того, что с интернетом здесь все отлично. Сейчас, кстати, я навел камеру на Храм Истины, очень хорошее культовое место в Паттайе. Не будем отвлекаться. С интернетом здесь все отлично. В номере Wi-Fi есть, мы приехали, на вокзале не купили, но купили потом в магазине в 7-Eleven стартовый пакет. Стартовый пакет выглядит вот так вот. Смотрите, в нем 8 дней свободного интернета бесплатно, 300 бат стоит. 300 бат это 10 долларов. За 10 долларов вы получаете безлимитный интернет на 8 дней. Не бойтесь, приезжайте и сразу покупайте отличный 3G, 4G интернет. Карточку вам могут ставить сразу в магазине, вставляете, сразу работает, никаких проблем. Сразу работает, сразу можно звонить. Мы пользовались, звонили гиду, несколько экскурсий у нас было. Звонили тем людям, которые организовывали экскурсии. Вот написано Free 8 Day Unlimited Internet. Так и есть, честно. Честные 8 дней, если вы приехали на неделю, вам с головой хватит. Сразу же покупайте, он как маленький компакт-диск выглядит, внутри карточка, сразу же покупайте такой пакет, вставляете себе в телефон, и все отлично будет работать. Google карты, Google переводчик, любые другие карты, какими вы пользуетесь. А, кстати, скажу, что если вы не купите такой пакет, я в первый день его не купил, у меня Киевстар, украинский оператор, мне сразу в аэропорту пришло сообщение. В день прилета мне сразу же пришло сообщение, что вам предоставляется 100 мегабайт за 60 гривен на сутки. Первый день я еще не купил этот пакет, и сутки я пользовался мобильным интернетом, который сразу же подключился, тоже без проблем. Но он в итоге оказался невыгодным, потому что это 100 мегабайт все-таки, и они заканчиваются очень быстро. Если вы пользуетесь Инстаграмом, социальными сетями, он заканчивается быстро, и вам не хватает. И если это умножить на 7 дней, даже по 60 гривен, это 360 гривен. А здесь за 270 гривен вы получите безлимитный на 8 дней. Приезжайте, сразу покупайте в аэропорту. Не думайте, ни с кем не советуйтесь, проверено, работает. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Ставьте лайк и нажимайте колокольчик. Спасибо, до свидания.